В соседнем регионе Казахстана завершилась спецоперация. Оцепление вокруг городского рынка снято. Оперативно-розыскные мероприятия прекращены. Их проводили после стрельбы возле полицейского участка в Алмате. Преступник был пойман. Сейчас в больнице города до сих пор находятся раненые полицейские. Их коллеги из ближайшего нам казахстанского города Костаная сдали кровь. В фойе местной больницы почти все полицейские города. Пока одни заполняют анкеты, другие уже сдают кровь. Многие из них становятся донорами впервые. Надеюсь, она поможет кому-нибудь. Департамент внутренних дел проинформировал в первый же день, как случилось это. И вот незамедлительно мы пошли. Напомню, перестрелка произошла в Алмате 18 июля. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции возле отделения. В результате 5 стражей порядка погибли на месте. Еще один скончался в больнице. Под присмотром врачей сейчас остаются 5 раненых полицейских. Нападавший также получил огнестрельное ранение и был задержан. Ему оказали медицинскую помощь, после чего мужчина начал давать показания. Позже его перевели в следственный изолятор.